Здравствуй, мой любимый зритель, это продолжение FFA сериала «За Корею на восьмерых» в Sid Meier's Civilization 6. Если ты случайно наткнулся на это видео и не видел первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, потому что всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. И он стал супершпионом. И убит агент Кён Суок. Дниты умирают от заражения за один ход? Нет, за два. Мне в Гейдельберге просто сдох фуловая армия мехопехоты. Не знаю. А, подожди, ты термоядерку куда скинул? По-моему, от термоядерки за один, а от ядерки за два. Окей. У меня сейчас скрин вообще показывало 20 ходов расчистки заражения. Смопорт завершен. Давайте подожду с проектами. Давайте построю военное ведомство. Продолжаем термоядерки фигачить. Подводочка. Давайте попробуем все-таки в Афинах. Потому что у меня уровень сбегания тут высокий, поэтому попробуем Магнуса убрать. Все-таки основал новую религию. К концу игры хочется. Античность, быть промышленная эра, возрождение. Возражера, античность, древний мир. Может вообще договоримся только на религиозную победу? Оставить и все? Как вам? То есть вечно играть будем? Ну да. Два древнего мира. Нет, всего два. Возрождение. Раз, два. Может, ты там карточку, что ли, против шпионов подключил? Какую? Да. Тоже два возрождения. Это же нечестно. Средневековье. Врача. Раз. Больше не смогу, у тебя деньги, брат.
Действительно, тут нельзя поставить. Так, еще один античность. О, тут все античность. Паундмейкер, паундмейкер и варвары. Что у нас есть античности? Вот, Лаутару. Есть тематический бонус. Еще один есть античности. Варвары, паундмейкер. Наследие ускорил. Так, а давайте посмотрим, сколько денег у Грека. 2000 всего, отлично. У меня намного больше. То есть, когда мы будем ядерками кидаться, у него в очень большой минус может уйти. Так, там, по-моему, о, писатель и художник. И, по-моему, генерал был, да. Я его, кстати, использую, потому что он плюс 5% к производству юнитов дает. Так что... имеет смысл использовать просто. Кстати, у меня тут есть пушки или нету уже? Были же где-то тут пушки у меня. Понял. Блин, это компьютер куда-то отправил, тупорылое животное. Блин, у меня кёльн отваливается. Стоят, да. Так, а где художественные музеи? У меня же были. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Не хватает слегка. Источники найдем за один ход, потом попробуем губернатора убрать. Так, атомная подлодная лодка. Покидаемся, конечно. Стека сбросил бомбу. Союз заканчивается. У нас заканчивается 4 хода. Ты мне предлагаешь подождать, пока он на меня сбросит? Ну а почему нет? Да у меня на всех хватит, надеюсь. Блин, ну, походу, надо Тулу следующим ходом все-таки захватывать. Но очень меня смущает. Ну, половина, хотя еще половина надо будет. Я еще спутник все-таки отправлю, построю. Ну ладно, думаю, этого хватит. Как бы сам понимаешь, когда там термоядерок, ну, уже есть какое-то количество, они же немерено денег жрут. Надо их девать куда-то. Так, культурный туризм. Но мне тут нет смысла туризма делать. Так и запишу. Ладно, захватил я Тулу.
Ты рад? Есть немного. Давайте теперь смотреть на культурную победу. 65-140. Ну, пока не, можно. Пока не, союз у вас раньше кончится. Это так где? Что, тут Лёша победил. Почему? Ну, ты его успеешь завалить бомбами. Очень у меня большие сомнения. Ты же понимаешь, что у него тут его куча подлодок вокруг меня стоит? То есть это будет обоюдно. Обоюдно закидаете. И никто не выиграет. Вот и мораль ядерных войн. Не, мне так нравятся наши косяки подлодок. Вообще беспалевные. Можешь мне метки поставить на его города? Я покидал, Лёша. На какие? Ну, на какие-нибудь крупные. А то я, у меня не разведано там дальше Окленда и Стокгольма. Сейчас, подожди. Я на внутреннем море. Так. Не, покидать эти ядерки — это прекрасно, но знаете, у меня есть мнение, что мы здесь просто не сможем закончить. Ну это да, я говорю, мораль ядерных войн. Так давайте посмотрим, кто узнает. Не, ну вот давайте, ну сколько? Ходов 10. Ну когда союз кончится у вас? Вот я предлагаю. Три хода. Не, ну после этого еще надо какое-то время, чтобы понять, в какую сторону хоть что-то, ну, движется. Еще три хода после этого. Мне кажется, будет ясно. Блин, с карточкой клево. В топовом городе термоядерка за один ход строится. У тебя темного века карточка? Так себе. Как ты думаешь, хватит ли у меня ядерок на Алексея? Я думаю, хватит. И еще на отстойку останется. Тебе уже у меня и бомбить-то нечего. Ну, потому больше ничего не летит. Так, я же хотел этого купить. А, где-то я тут могу, по-моему, вот тут парк сделать, поэтому купим. Не в этом, вот в этом городе. Натуралист. Самое противное и мерзкое, что с подлодками как бы сделать-то особо ничего не сделаешь. Очень большое пространство, и все его закрыть, ну, нереально. Я даже не пытаюсь за твоими следить. Ну, я вижу, что они есть, но тоже как бы свои берега защищать. Ну как их защитишь? Невозможно. Мы бы с тобой так это. Я с одного края, вот из другого. Как раз прекрасно все подлодками закрывается. А, кстати, туристы-то у него тоже слетели после того, как русского уничтожили. Туристы к русскому? Ну вот, у тебя 43 сейчас, грек. После того, как русского уже убили. Да, в самом деле. Ну, это, ребята, вообще ни о чем. Всех твоих туристов, которые приехали в Россию, поубивали? И обратно они не вернулись. Вот и логика. Ну, тебя не слышно. Вынужденная жертва войны.
Слышно? Не, там Лёша что-то говорил, его не слышно было. А, я сказал, что это наоборот. Не его... Это тех туристов, которые из России к нему приехали, их поубивали. Ну да, да, точно. Ну, может быть, это было что-то типа Варфоломеевской ночи. Так, какие ты просил города отметить тебе? Крупные. Вот от Нюрнберга... От Нюрнберга... Города там... Нюрнберга. Ну, ты понял, да. Так там ничего хорошего-то и нет. Ну, а где у него хорошие-то города? Ну... Вот Афины... Афины, да. Вот я тебе Аргос отметил. А, во, хорошо. Ну что, летит? Нет, следующим ходом. Этот Кнос. А что дальше следует? Да у меня сдохли за ядерок. Как их? Инженеры. Военные. Нет. Ну я одного тебе убил этой пехотой. Да одного ты убил, я потом еще. Они, короче, в пепле умерли. Можешь им гуманитарную помощь выслать? Ну, дай денег, если можешь, а то я в минус. Ну, спасибо. А что у тебя по караванам, скажи? Да вообще, все подохло, чё, два каравана бегают. Ну, я ничего не мог с этим сделать. И то у меня сейчас... А, ну да, там же они районы уничтожили. Да, ну, культуры, конечно... О, русского вынесли, и у меня идти защитить Афины от предательства и от ядерного удара выполнили с квестами. Это прекрасно. Снова при деньгах. Не, я серьезно надеялся, что, ну, что-то по туризму будет, а, ну, смотрите сами. Туризм — это дохлая тема. Чтобы туризм чисто на этих, на шедеврах, он вообще им невозможно выиграть, туризм. Нужно именно раскачивать себе эту... Лодку. Престиж раскачиваешь и, ну, там, вот, под Галикарнасом делаешь этого инженера, который... Два раза по плюс один. Делаешь эту Эйфелеву башню и ставишь эти парки национальные везде с, как их называют, с курортами прибрежными. Вот, вот это дает много туризма, а шедевры, они даже с этими, с бонусом тематическим, они все равно дают очень мало по сравнению с тем, сколько под этим всем добром дает... парки национальные, они там, ну там один парк может давать за где-то 150 туризма, например, вот, ну, подкачать. Я вообще не понимаю, как туризм оценивать в парках. То есть я открываю вкладку туризм, да, навожу на парк, он показывает 648, но это ж нифига не так. Потому что у меня таких парков... Ну, это накопленное, по-моему, пока. Я вот, ну, я уже сам забыл. И вот как оценить, я вообще не понимаю. Потому что в городах нету кнопочки туризм. Статистики только можно. А, в смысле в городах туризм? Открой линзу туризм. Линза есть линза туризм. Есть. Вот он пишет плюс 24 в сити-центре, да. Но есть же еще вот культурный район отдельно. Холисайт отдельно, чудеса отдельно. Чтобы все это разом показывало, сколько город один дает. Не, ну так-то можно прикинуть, но даже вот так с парка там получается просто в 6 раз больше. То есть, условно говоря, в городе 100, в парке 600. Ну, в трех парках по 600, а у меня всего туризм 1300. Как это понимать? Возможно, он там сразу раскидывается с модификаторами на количество игроков и таким образом подсчитывается. На линзе. Возможно.
Что тут за инквизитор лебедизма? Пытаешься... Это я русского города чистил. Пытаешься верой еще победить? Да нет, это же вообще бессмысленно. У вас там у каждого по своей вере, а когда есть своя вера... Но мою веру русский вычистил, да, как мне ее вернуть даже? А, у тебя она только сама может остановиться. Да, да. Кстати, он грамотно сделал. Ну, у ацтека есть. Не, что значит грамотно сделал? Больше всего религии было у тебя? Ему ну, зачем-то надо было почистить мою религию с тремя городами. Пошел ее именно почистил. Целенаправленно. Так проще контролировать, не? Контролировать что? Распространение религии в мире. Как моя религия могла что-то сделать? Ну, она смотри, даже хуже, чем города, все остальные религии. Три города заражает, и она у тебя просто сама расползается. А если твою, если хоть один город остается, значит ты можешь купить там инквизитора и почистить его религию. Самое у него так не прокатило бы. Почему не прокатило? Если бы мы были вы в союзе, например, что он не мог прийти к тебе чистить? Ну, я бы на него, во-первых, наехал, а во-вторых, у меня у самого нормально веры. Так, тут уже нет смысла смотреть науку. Культура единственная, я не ищу. Ну как, у тебя 174 веры в ход, у меня 103 веры в ход, потому что я ничего даже не делал для этого. А у русского все-таки лавры? Я думаю, у него побольше было бы. А, ну у меня 103, наверное, за счет его лавр как раз. Что-то типа того. Так, сколько у нас осталось ходов? 2 хода. Так, следующим ходом начнется атомный угар. Я пока 10 ракет накопил. Настроил. Этим уже минус 16. Но это чисто из-за ракет. То есть мы сбросим будет поменьше содержание. 160 это чисто содержание ракет стоит. Тебя там прилетит что-нибудь? Ну жди, тут, блин, ты мне напакостил очень. Понимаешь, долго идти теперь этим военным инженером, обходя загрязнение. Опа. Так ты бы купил воен... А, да, у тебя там нету... Да немец нигде не строил эти военные лагеря, я бы купил, конечно. Это к немцу претензии, не ко мне. Ну, он за это поплатился. При том, что у немцев еще один дополнительный район, не привязанный к числу жителей. Серьезно, археологи еще плавают. Греческие. Ну, а чему нет? Да, нам, конечно, туризмом не победить. 702 туриста требуется. Ну, выпилить полностью меня и победить. Разобраться между собой на ножах.
Так, давайте думать. Этим я кину на Олимпию, этим куда-нибудь на Афины. Давайте подвинем на Спарту, кинем. Сколько у тебя их еще осталось? Что ты их так просто разбазариваешь? Ну, как видишь, есть. Алёша на города хватит. Там больше проблемы со средствами доставки. По одной ядерке захода. Вертолет летит. Летишь вертолетом города захватывать? Ну а чё? Где это он летит? По морю? Да. Где-то летает. Так, надо как-то вывести юниты, чтобы они не пострадали, может, все. Я не очень уверен. Так, у нас на следующий ход заканчивается или на следующий ход, последний ход альянса? Наверное, последний ход. Через ход заканчивается. Вот это флот. Надо поубирать немножко будет юнитов, чтобы он сюда. Хотя, наверное, сразу уберу. Сделаю. Раскусу, это может сюда ракету бросить, понимаете, да? To create the future. Нет, еще не закончился разве союз? Блин. Все, ноль ходов. Так, еще один ход подождем. В Эритрии дофига строится, а ее я не могу взять с моря. Но попробуем с Олимпии потом это сделать. Купить тут юнит какой-нибудь. Откуда у тебя, Алексей, столько послов? Все ГГшки перекупил. Ну помнишь, ты хвастался, какую ты классную карточку использовал? А, ну да, хорошая карточка. Мне жалко, а вот есть военный лагерь в Олимпии, то есть я могу скинуть, военный лагерь не будет поврежден, я смогу купить тут юниты. А я под своими ядерными карточками не могу копить послов. Затрудняюсь сказать, хорошо это или плохо. Так, слушайте, я... Буду я ядерку кидать, может свалить ну, лучше тоже. Отсюда. Какую-нибудь нанмодол. Если бы игра протекала более компетитив образом, больше, как это сказать, состязательности,
меньше определенности. Не, наоборот. Ну, скажем, больше соперников с равными шансами. Ядерки это был бы аргумент, а тут... Всем хватит на все следующие. На следующих вот у вас кончается? Да. Просто не очень понятно, вот если бы нас осталось, например, шестеро бы в игре, и вообще тогда непонятно, как можно это было бы закончить. А так как втроем, то еще есть варианты. У нас была такая игра, там, правда, была научная победа, но постепенно поотлетали и победил самый, самый далекий, самый наименее развитый, которому меньше всего досталось. То есть от, у Ацтека есть все шансы. Ну, сейчас лечу. Там у нас оставалось шестеро под конец, вот этой ядерной заловушки. Вот. Я даже не знаю, какие города мне оборонять. И там прилетит, и войска есть, и там прилетит, и войска развертывание. Да, медленно у меня тут все все-таки идет. Ну, понеслась, да? Блин, ну Грек, ты ж походил уже. Ну что начинается? Грек, пред смертью не надышишься. Давай, заканчивай. Да я чай хотел заварить 2 часа назад. Ну, все вперед. Ну, хотите, я могу вам посчитать. Да не. Я не думаю, что тут какие-то... Сейчас такое жесткое кликерство пойдет. Ну.
конечно, все сурово сейчас происходит. А что такое? Бафинок жителей мало осталось. Ты туда две бахнул? Бафины ни одной пока. Вот сейчас, я только сейчас увидел, что бахнул. Одну? Одну. И жителей осталось всего, офигеть. Там какой-то бак определенный. Так, походил. Походил. Тут захватили. Эти умрут. Вот еще ракетный крейсер у меня. А, вот еще меня не кидал. На Каринф может сбросить. Или, не, в Эритрии, она у него самая производственная. Вот как-то так надо. Или же вот так. Ученый. Ну что, накидались? Ну, у меня еще на следующий есть. Леш, а можешь там посольство принять какую-то столицу? Реально, а чего в Афинах так мало жителей? 4 всего. Было 21. Да, вот я тоже не понял. По идее, сколько она? В два радиуса, значит, сколько жителей убивает. Так не, она убивает половину. Ну, по крайней мере, раньше так было, и мне так казалось. Не, может в угаре кидание яйцезильник, может, 2 кинул, фиг его знает. Тут все так лагало и прочее, но. Как в Афины одну кидал. Вот в ретрии, между прочим, там сначала до 12 упало, а сейчас до 7. Ну, да, но смотря, я вторую не в центр города кидал. Но зацепил краешку центра. Ну да. Судя по радиусу. Ну, смачная ретрия накрыла. А армии-то убивали все? Или как? Не знаю. Что-то есть еще. Он там летел вертолетами мои города захватывать. Наверное, сейчас прилетит. Да не, это так, баловство. Так ты за один ход, у тебя по одному ходу эти укрепления чинятся, если что. Ну да, да, я в курсе. Не успеет. Думаешь, у меня ядерок не хватит? Как хорошо, что они тут это... В облаке, скажем так. Алексей, еще много ядер? Нету больше. 4 недели. С другой стороны, у Алексея еще там территории Кри не пострадавшие. И у тебя не все территории пострадавшие. Ну да, да. Нашел способ поставить туда ядерку. И ацтеку прилетело. Мне больше интересно, что там с туристами делается. Да ничего, вообще ничего.
91 разграбленная клетка в уведомлении. Здорово. Так, ну как мне эти города захватывать, блин? Есть какой-то в этом восторг. Жалко, только вертолеты подохнут на зараженных клетках в центре города. Давайте я тут бомбардировщик куплю. Ты отстег так и не скинул на меня ничего? Нет. Инженер в пути. А у меня 117 разграбленных клеток. Я тоже постарался. Я что-то даже не подсчитал, сколько вылетело. Блин, все ГГшки пообъявляли мне войну, я целую кучу золота теперь не получаю. Вот уж беда. Да ничего не говори, минус 200 золота. Может так лучше? Шадных баронов, что ли, садануть? Еще что-то запустил? Да, нашлась еще подлодка. Круто. Я вот сижу карточки перед такая. Блин, вообще воткнуть нечего. Если учитывать, что половина из них это на эти... на послов. А я и не могу из-за ядерок. Быстрее. Ну, 127 разграблено. Или добегает там? Здорово. А чё ты настольно тут не скинул этого... Кого? Паундмейкера. Я думаю, очевидно, что это не самый важный город. Да ладно, смотри, какой красивый. Маяк там. Акведук древний. Всем достанется. Ну слушай, я, по-моему, на все твои уже города скинул, да? Ну, я на твои родные точно на все. Но только на родные. Ты... нет, далеко не на все.
еще есть 4 города. Стоят нетронутые ядерным угаром. Надо было все-таки спутник запускать. Зачем? И что бы это дало? Чтобы видеть города грек. А, тебе, да. Или в союзе Скри быть. Я был в союзе Скри, а это какой-то баг. У меня не было с ним общего вижена. Там не сразу, там не сразу. Ну, то есть это может не прокнуть. Ну, в смысле может не прокнуть? Ну, то есть там, если он до заключения союза видел территорию, там, сколько-то ходов, ну, много, то тогда ты увидишь. А если он во время заключил, то там что-то не так это... Ну, то есть, если он во время твоего союза заключил еще с кем-то союз, увидел чью-то чужую территорию, то ты ее, скорее всего, не увидишь. Да прикол в том, что я даже его территорию не видел толком. Я у меня до сих пор я вижу только два его города. Я когда с ним союз заключил, у меня с ним не стало общего вижена. Реально баг какой-то был. То есть я вот ниже этого миксив Вацика и ну второго, в общем, слева от него ничего не вижу. Ну, Цива полна чудесами. Кидал бы и кидал. Да чё-то походу уже некуда. Я только до Аргоса, получается, не дотянулся. Но я просто не могу дотянуться туда. О, Гейдельберг и Кёльн поотваливались. Ну, Кёльн у меня отвалился. Гейдельберг, Стэк. Купить тут вертолет. Сколько он стоит? 900. Да, вот я тут, когда захватил города грека, не купил. Это плохо. У меня сразу минус 8 районов. То есть, ну, с караванами. Было 21 караван, стало 12. Не прилетаем, да. Ладно, подержу. Грабить. Ты, кстати, Алексей, не видишь, что у меня выше Аргоса еще есть города?
Ну, Мегара, Микены, это как бы я не считаю. Почему? Тем более там еще этот Ацтек обещал что-то покидать. Ну да. Твои-то основные тут в центре были. Ну, эти сейчас уже не такие плохие даже. То есть, ну, они нормально ядерки строят. Так, экономика, давайте. Золото, не знаю. Успел я. Ну, я не знаю, мне больше некуда скидывать. Не скидывай, все, остановись. Everything. Why do they keep score? Тут дали. Вот а вот здорово. Нимится. Я не могу здесь купить юниты вот тут у себя, потому что на загрязненной территории они просто умрут в этот же ход. Эти тут все загрязнено. Заканчивать как-то. Но он вполне может тут мои города захватить. Я думаю, если он захватит мою столицу, то можно признать его победу. Но это будет сделать непросто. Почему? Идти далеко. Ну то есть у меня есть вертолеты на твоей территории, но дохода 3-4. А ядерки у тебя еще есть? А ты как думаешь? Ты вроде недавно говорил, что ты все раскидал. Нет, это Алексей говорил, но он, конечно же, наврал.
Я вот... Что я не подготовил, так это захват городов Грека. Он-то прилетел вертолетами, а я вот только... Надо было все-таки тут купить, как я и планировал, при захвате города тут купить вертолеты и тоже захватывать. Послов за что-то дали. Одного посла. Нет, китов тут немерено. Ну, вот я тебе говорил про то, что надо подальше расположить юниты, чтобы не попал. Карточки не успеваю поставить постоянно. Выжила.
Так, а давайте мы тут купим ракетный крейсер. Наконец-то поставим нормально содержание юнитов. О, ракетный крейсер уничтожен. Блин. Так, эти все юниты получают плюс 25%, не дают экономика, караваны, 4 золота, дипломатия, вот это, дальше, наука не нужна, новый курс, отлично, и. Дополнительно, блин, у меня центры коммерции, конечно, все разрушены. Морские юниты. Не думаю, что это надо. Давайте кавалерии. Вот это. О, это, наверное, попроще должно быть. И танки, не танки. Ну да, танки и вертолеты должны строиться повеселее. Слушайте, а давайте я здесь военного инженера поставлю, чтобы скинуть на этих ребят бомбу. Давайте я его куплю здесь. А, мы... Стоп, я, наверное, тут вообще нигде не могу его купить, так как все разрушено. Или могу? Где у меня... Военный лагерь есть, да?
Нет, не могу военного инженера покупать, потому что разрушен военный лагерь, вот и все. Военная академия. Хорошо, а самолет? Я могу купить самолет. А без аэропорта нет. Умер тут инженер. Ацтек, ты все еще никак не можешь ничего кинуть на него, да? Куда? Ты ему все уже раскидал. Чего можно? Те города, которые рядом с тобой, вообще-то нет. Ну, в Гамбург я кидал. Туда бесполезно кидать. В Самос там 4 жителя. До других не дотягиваюсь пока. О, тут военный инженер есть. А, вот военный лагерь. Так, отлично. Давайте покупаем. Мне надо место где-то расчистить. Наверное, вот тут надо будет пусковую шахту поставить. Он там, походу, в твою сторону поплыл от моих городов, имею в виду. То есть где-то справа от Кабула его юниты. Это вообще что-то решает? Чё мы сидим-то вообще? Ждем последнюю атаку от грека. Ну, что-то типа того. Ну, пока непонятно, он что-то не может пока взять. Thank you.
А у тебя, Алёша, в этом поклеве вообще ничего нет? Что говоришь? У тебя в этом, в заливе между тобой и Ацтеком нету юнитов? Есть вообще-то. Просто у меня их меньше, чем у тебя. Мне не хотелось бы... Мне не хотелось бы. Не очень понимаю, потому что у меня их тоже там не очень много. Тем не менее, их больше, чем у меня, правильно? Ну, я не могу сказать. А ядерки у тебя еще есть? Честно, что-то уменьшается, что вообще еды нету. Непонятно. По идее должны быть. Что есть? Ядерки, ядерки. Нет, нету больше, все пинает. И не строишь? Не строю. Так, а давайте я в этих двух гаванях все-таки куплю. Блин, 3600 армада стоит. И она дает 97, а ракетный крейсер 102. Три шестьдесят, блин. Блин. Подскажите еще такую вещь, когда подлодки заплывают в твои границы, ну, их же видно стопудово. Ну я видел, я вижу твои подлодки. Окей. Я просто и вижу, но твои грабили. Не, мои просто вообще конкретно вплотную к городу твоему стоят. Ну и это тоже. Где тут? Где я сейчас вертолет купил? Ну стреляй. Ну. Фастклик. Походу в мою пользу. Ну что ж, это затянется еще на сколько-то ходов.
Какой радиус у термоядерной ракеты? Две или три клетки? Две. Чтобы эти города были мне нужны. А то мне мои побитые термоядерными ракетами нужны. У тебя, кстати, Пхенчхянг. Неплохой город. Относительно. Это Пхеньян. Пхеньян. Кинуть ему еще что-то. Говорил, все скинул, а на Соликамск откуда-то достал. Я тебе вру постоянно в этой игре. Я не хотел говорить. Никогда такого не было. Да. Ну, это так, чисто упрекнуть. Я-то знаю, что ты не врешь все время. Не только мне, ты всем врешь. Да, не только тебе, вот чуть правильнее. Адмирал твой тут чего? Одинокий. Где? А, даже не у тебя адмирал? У меня он не один. Ну там, где он одинокий у тебя. По Пхеньяну и Куэлмапу? Ну, плавает, разведывает, он внезапно тоже обнаруживает подлодки. Когда вплотную. Ну и это ж последние эры, он еще плюс один движение дает, правда, давать некому, но... Да, блин. Ой. Надо было на своей территории поставить еще одну. Это... Не понял, ты сейчас куда кинул бомбу?
никуда не кидал. Зазвук. Или ты у меня этот вертолет убился, который тут. Столица захвачена. Ну не знаю, я, конечно, могу еще повоевать, честно говоря. Но это реально все долго будет. Ацтек, ты видишь какие-то тут варианты? Для себя. Ацтек. Колд. Грев, меня слышно, да? Тебя слышно. Колд что-то молчит, отошел, наверное. Так ему тут интересно. Ну, так, в очередной... Что такое? Я вернулся. Мы тебя спрашиваем... Да, мы тебя спрашивали... Грег взял мою столицу, я говорю, что я, конечно, могу еще дальше воевать тут, в принципе, почему нет? Есть еще города, в которых что-то строить. Но это все будет так долго, и... Тебе вообще, у тебя есть какие-то шансы там на победу? Ты что-то хочешь что сделать? У меня никаких шансов нет. То есть и ты ничего не будешь делать, не кидать никуда ядерки, ну, ничего. Это все слишком, это... долго. Ну, я в очередной раз вижу, что тут просто когда один сидит, развивается, когда ему это дают делать, то как-то без особых шансов. Потому что все воевали, кроме тебя. Ну, да, да. А у меня есть не все, вообще-то. Смотри, немец, по-моему, тоже не воевал. Ну, как это, его вынесли просто? Его вынесли к тому моменту, когда уже... Нет, можно у грека, готовить. Ты посмотри, где он находится, да? То есть у него, во-первых, он далеко от всех, а единственный его сосед его выносил русский, то есть он мог на него не обращать внимания. Во-вторых, вот это Эритрия, то есть вот эти вот начальные города... Афины и Эритрия, они дали офигительный буст просто с самого начала. Да? А так как... то есть единственное, что мог сделать, это русский на него напасть, ну, вот, по моему мнению. Раньше на казаках, хоть как-то. То есть тогда, когда он уже танками, это уже поздно было. Еще знаете, что очень важно? Посмотрите на мои ГГшки. Сколько у меня их тут прям под жопой. И они долгое время все были у меня в союзе, мне давали. А я, кстати, играл за грека, за Перикла, постоянно он вокруг каких-то ГГшек. То есть какие-то города, государства постоянно есть. Да. У меня с одной стороны ГГшки закрыли, с другой стороны, ну там японец вообще изначально был. И русский, ну как бы он не искал союзников, то есть я его попросил. Я вообще планировал, что русский с тобой воюет, а я реально приплываю к тебе и кидаю на тебя ядерки просто. То есть план был такой, а когда русский сказал, что он вырежет мне всю религию, то есть, ну, что-то как-то я не собирался с тобой мириться, там что-то делать, зачем вот это. То есть такая сольная игра, но при этом он всем тоже плохо сделал вокруг. Не он знаю. Все равно хорошо сыграл. Ну, захватил, ну, да. Но победить-то мог. Ну, да, в принципе, мог, конечно. Да, основная проблема, что нету научной победы. Да. И победители, я... Ну, типа, будем считать, что грек, допустим, победил, но по факту, кто его знает, как оно было бы, будь научной победой. Нет, так если бы была бы научная победа, тогда бы мы по-другому все играли. Ну, я и говорю, кто его знает, как оно было бы, если бы будь научной победой включена. Здесь просто надо все-таки играть, все разрешено, как мы играли, то есть и научная победа разрешена, и ядерки все разрешены. В ядерках именно сдерживающий фактор, что ты, типа, если ты начинаешь кидать ядерки, то против тебя весь мир, и ты тоже можешь сразу получить. То есть они в плюс только если ты реально в них намного раньше других вышел.
Эти так, Алексей, скажу, мы играли со всеми вот этими делами включенными, и в итоге там в конце такая паранойя, такая истерика, а он построил модуль, кидая на него ядерку, и... Да, а вот здесь еще одно правило, которое и в пятерке нормально работает, я считаю, что это надо вводить, то есть нельзя рассказывать то, что ты видишь у соперника. То есть все должны использовать для... просмотр те функции, которые есть в игре, либо то, что все общие видят. То есть... Ну, модули-то всем видны. Ну, модули всем видны, да, здорово. Но когда они говорят, он там начал что-то строить, вот это не всем видно. Это не факт. А построенный модуль, ну, типа, обратите науку, это да, пожалуйста. Посмотрите. Кроме того, есть еще вот эти шпионские... Ну, уровень шпионажа, да, то есть там... Многие вещи, да, дипломатическая видимость, то есть перлюстрировать почту, вот это вот смотреть, то есть там тоже многие вещи сообщаются, о которых люди начинают говорить, где он строит, что он делает. То есть если ты видишь, то играешь так, что то есть не расскажешь там, у кого какая Петра, еще там что-то, кто строит, чудо где-то, вот это вот. Это жестко. А если, допустим, два игрока видят одну территорию, но один заметил, а другой не заметил, он хочет с ним поделиться, но привата же нет в игре. А зачем тебе с ним делиться? Ты хочешь с ним поделиться? Что это? Чтобы напасть. Так говори ему, давай нападем. А почему? А причину? Ну, вы же... Давай нападем, ты сам знаешь почему. Нет, не там, ты сам знаешь почему. Другие причины показывай, вот, которые есть. Ты сам знаешь убедить. Почему? Вот в этом городе что-то есть. Но что, я не скажу, потому что все услышат. Ну, если человек не смог увидеть, куда ты смотришь, значит, это его проблема. Вот это вот, посмотри в этот город, ты там увидишь что-то, что ты там можешь увидеть. Нет, то есть, вот именно исходя из того, как люди внимательно могут смотреть карту. Это тоже часть игры. Ну, это да. Тоже это часть безусловно. Уровня, часть уровня играющего. Которая влияет на игру. Тут со своими городами, со своими юнитами, ну, на трех минутах точно не успеваешь управиться. Или вот под завязку на чужие смотреть, это вообще, ну, легче улетать. Зато и игра быстрее будет. Что-то кризисный союз против подстека внезапно. Может, тебя ядерку кинул. Ага. Понял. Так что, мы тут выходим или как? Ну да, поздравляю с победой. Спасибо. Я не считаю, что это победа. Мне, конечно, офигительно повезло с соседей Мапучи. Это просто такая тупость. Это из того же разряда, когда эти вот юни там на своем континенте плюс 10 или на соседнем континенте. Вот это из того же разряда. По сути, он тебя и сдерживал. Ну да. Я его должен очень быстро был брать. Мне, я немножко, конечно, затупил. Я в рыцаре вышел раньше, чем, ну, в Золотой век. То есть я начал-то с ним воевать до Золотого века. И мне немного не хватило хотя бы один город забрать. Ну, а русский тоже классно забрал. Японца быстро забрал. Да я бы тоже быстро забрал, если бы не непроходимая местность. Кстати, как первый город отлетел за два хода. Понимаете? А дальше я попёрся в этот. Да, у него столица, там проход в одну клетку был. Я не знаю, может быть, не ставить в настройках карты, ну, новый мир. То есть возраст мира. Я говорю, что новый мир это. Просто люди почему-то считают, что у них должно быть дохера производства, это классно. Почему-то. Ну, это классно, но когда вот такие цепочки гор, которые просто ограничивают всю территорию, это, ну, да, вообще не надо важно. На стандартные, нормально там генерировать, там есть и холмы, и горы, это, ну, нормально. То есть тут люди просто хотят кучу производства, чтобы было куча. Армии строить, вот это вот все. Нам, кстати, что тебе, что мне это было выгодно, потому что у меня Савон на холме строится, у тебя Акрополь на холме строится.
А так бы это хотя бы какое-то ограничение было. И немцу ограничение, и нам с тобой ограничение. Немцу, кстати, калмыты круче всего, потому что мне, чтобы кокель поставить, нужен один холм. А немец может вокруг там этих, ну, у него в каждом городе ганзы. И если он еще вокруг них наставит этих, ну, шахты, то приличный бонус у них будет. Да там без шахт на самом деле ганзы неплохо выходят, если районы стоят. Ну, на реке, да, рядом с реками. Так в прошлой же игре за Германию играл. Ну, в общем, вот. Научную победу не отключать. Да нет, все оставлять. Делать стандарт. Кстати, изобильные ресурсы я, честно говоря, не ощутил прям. Типа, ощутил. Изобильные нет, ресурсы. Нормально вначале было. Ну, даже, я не знаю, из-за этого, не из-за этого такая кривая генерация по континентам вышла. Просто это бублик из левой части, правой части и две затычки посередине. Кровь, да, мне кажется, это не повлияло, эти изобильные ресурсы. Не, ну вот наш континент это вообще такая тупица. То есть две трети карты это просто наш один сплошной континент. Одна треть карты, даже нет, чуть больше. Это вот этот фиолетовый ваш континент, Азия и Атлантида. Ой, Ур и Арктика, и это Арктика. Какие-то две маленьких, да, фигульки. Причем по ресурсам-то там все честно, там по три вроде. Да. И нигде их больше на карте нет. Ну, нечестная генерация, конечно. Получилось. Не знаю. Может быть, как-то можно сделать, чтобы при загрузки, при генерации кто-то заходил, открывал как-то всю карту и смотрел, нормальная ли генерация, равномерное ли распределение. Да ладно, да. Так это тоже чтобы поняли. Смотреть заранее что-то. Да, это же да, нормальную карту нормально. Просто сгенерировать, сделать, чтобы генерировалась карта нормально и все. Кстати, ну я не знаю, а на Европе не играли сетевые партии, потому что там очень мало моря и очень много суши. И да, даже еще там еще начальные споты у всех офигительные просто. Ну там у Греции, кстати, не очень зовут. Ну можно попробовать как-нибудь. А там только Европы карта или есть еще карта мира какая-нибудь политическая? Мир, конечно, есть. Мир будет, но он с водой будет, воды будет много, а на Европе там именно по краям воды нет практически. Ну, то есть Средиземное море и кусочек Атлантики. А правый и нижний, правая часть это там вообще луга бесконечные. Не, если политическая карта Европы, где там только европейские нации, там вообще кошмарные споты у всех на старте. Если просто, типа, я не знаю, вот как там... Там меняются же споты, если просто Европу ставить с любыми нациями? Или они такие же? Я не знаю, я только один раз играл. Я играл только, ну, с ботами на политической карте. И, ну, там, типа, ничего прикольного в этом не было, на самом деле. Там просто Германия в трех клетках, ну, в четырех клетках от нее Франция. Ну, чуть повыше там Франция и Англия. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!